Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я вам покажу, как в Дискорде получить прикольную фишечку. Такой будет небольшой значок, который вы будете носить под вашим профилем. Я думаю, что вашим друзьям это понравится, вы будете круче всех, так что давайте смотрите. Я покажу, как вам получить эту маленькую фичу. Итак, нажимаете настройки, заходите Hype Squad и нажимаете Join Hype Squad. То есть вы присоединяетесь к какому-то мега-отряду. Но перед этим вы должны пройти квест из 5 вопросов. От того, как вы пройдете этот квест, зависит, какой значок вы получите. Всего есть 3 разных варианта значков. Они, в принципе, показывают определенный, скажем так, отряд, куда вы можете присоединиться. По легенде, я так понимаю, что было всего 3 отряда, которые, собственно, и боролись каким-то плохим духом. И они его победили, ну и, собственно, вы можете примкнуть к одному из супергероев. Сейчас я наугад просто отвечаю на вопросы, абсолютно не задумываясь, что там написано. И давайте посмотрим, что мне дадут. Ух ты, House of Brilliance. Как раз та кнопочка, скажем так, тот значок, который я как и хотел получить. Потому что у меня красный котик, я хотел что-то приближенное к красному цвету. Давайте посмотрим, как же теперь выглядеть это будет в моем профиле. Вот так вот, как галочка, вот смотрите. Как галочка в YouTube, теперь есть галочка в Дискорде. Класс, очень красиво, стильно выглядит, так что, ребята, покажите своим друзьям, обзавидуются. Ну а сейчас, если вы хотите поменять, можно вот здесь вот нажать Take the Test Again, то есть пройти как бы еще раз этот тест, и давайте попробуем зеленую получить. Для этого я нажимал все последние ответы на вопрос. Вопросы, конечно, могут быть другие. House of Balance. Я получил дом баланса. То есть, если вы такой сбалансированный парень, то вы можете получить вот такой вот прикольный значок. Мне тоже нравится. Если хотите такой цвет, можете оставить этого цвета значок. Ну и давайте теперь сейчас еще один вот этот фиолетовый возьмем. Фиолетово-сиреневый, и в этот раз, чтобы его получить, я нажимал все первые варианты ответов. Давайте, понеслась. Так вот, потом вот так вот, вот так вот, вот так вот. И все, House of Bravery. Посмотрим, как красиво смотрится этот значок. Так, давайте опять зайдем в чатик и просто посмотрим в профиле, как все это будет стильно смотреться. Кстати, очень красивая иконка, мне она нравится. Смотрите, мне кажется, очень круто. Согласитесь, прикольно. Даже не знаю, какую выбрать. В принципе, вот это тоже красивая, и она не сливается. Желтая мне не очень понравилась, а вот это вот красиво. Ну ладно, оставлю все-таки красную. Она все-таки символ моего котика. Ну что ж, ребят, на этом все. Надеюсь, что вам чем-то помог. Если да, не забудьте поставить лайк. А на этом у меня все. Всем пока!